на днях возник еще один очень серьезный фактор, который может повлиять на уход правительства. Это фактор ветеранов войны, не афганской, а приднестровской, которые осознали, что после передачи банка Деэкономии в частные руки они остались без банка, который на государственном уровне осуществлял социальные программы их поддержки. Сегодня частный инвестор или частный хозяин этого банка, ну, он просто не несет никаких обязательств перед этими людьми. А учитывая, что этих людей по меньшей мере около 20 тысяч в нашей стране, и они уже выступили с заявлениями по этому поводу, то вот, пожалуйста, будут коммунисты, не будут коммунисты, но недовольство растет, и есть активная масса людей, которая может самоорганизоваться и просто заставить правительство либо отменить свое решение, либо уйти в отставку.